Здравствуйте! Сегодня на канале вашему вниманию предлагаю обзор альбома, созданного из набора My Little Panda Girl, который вы можете приобрести в магазине Фабрики Декору. Ссылочку на магазин вы найдете в описании к видео. Кроме обзора, я поделюсь с вами мини-мастер-классами по некоторым страничкам альбома, а также раскладками страниц со всеми элементами и их размерами. Основа альбома – заготовка для альбома в мягкой обложке на 7 разворотов. Формат альбомчика 20 на 20 см. Цвет обложки нежно-сиреневый. Он отлично сочетается с принтами основной бумаги, и поэтому подобрать элементы для декора обложки очень просто. Обложку я декорировала многослойной композицией. Обрезками бумаги, вырезанными элементами, а также высечками. Некоторые слои бумаги приподняты с помощью пивного картона. Раскладку обложки можно посмотреть на видео после обзора альбома. В альбоме много открывающихся элементов и кармашков, поэтому в нем можно поместить более 50 фотографий разного размера. Первый разворот. На первой страничке несколько открывающихся элементов, которые исполняют сразу несколько ролей. Первый декоративный элемент служит для фиксации других открывашек, а кроме того, он является карманом для тегов. Два других открывающихся элемента – это подложки под фотографии, а ниже – кармашки. Подложки приклеены по периметру с трех сторон, образуя таким образом кармашек. А мини-МК по этой страничке вы сможете посмотреть после обзора альбома. На второй страничке кармашек с рамочкой для фото, а в кармашке подложки для фото. Основы под фотографии на отдельных листиках очень удобны. Они позволяют экономно расходовать бумагу, а также место в альбоме. На таких основах можно закрепить по две фотографии. Их можно вложить в кармашки, а сами по себе они служат украшением страниц. Только посмотрите, какими яркими и красочными получаются такие основы и как удобно прикреплять к ним фотографию. Кроме того, к этим основам можно добавить надпись или тег, который будет характеризовать фотографию или отражать ваши воспоминания. Второй разворот. Он в нежно-бело-розовых тонах с небольшим дополнением солнечного желтого цвета, а также с милыми спящими пандочками. На первой страничке горизонтальный кармашек с подложками для фотографий, а вот вторая страничка украшена гармошкой для фотографий с элементом, который помогает держать гармошку закрытой, а также служит украшением странички. Мини-мастер-класс по этой страничке после обзора альбома. Третий разворот. На первой страничке расположен сквозной горизонтальный карман. Вы можете увидеть здесь также съемный элемент. Я часто использую такие элементы, они украшают страничку и при этом не крадут место у фотографий. На этой страничке элемент довольно большой, напоминает открытку. Но с обратной стороны такого элемента можно разместить фотографию или написать журналик. На второй страничке вертикальный кармашек и место для фото с рамочкой. Четвертый разворот. Расстояние между страничками в центральном развороте заготовки составляет 1 см 3 мм, поэтому здесь можно воплотить в жизнь идеи с объемными элементами. Первая страничка этого разворота у меня довольно простая. Рамочка для большой фотографии, а также кармашек под ней, в который тоже можно положить маленькие фотографии или теги с журналингом.
А вот на второй страничке я создала настоящий домик для маленькой пандочки-принцессы. Домик украшен розетками и окошком-шейкером. Шейкер и наполнение к нему также есть в наборе для создания альбома. А как сделать такой домик в маленьком мастер-классе после обзора альбома? Пятый разворот. На первой страничке вы можете видеть открывающийся элемент с местом для фотографий. Здесь я использовала самую большую рамочку из набора. Под подложкой потайной карман, где тоже можно спрятать фото или тег. Вторая страничка – это вертикальный кармашек, в котором прячутся подложки для фотографий. Шестой разворот. Первая страничка – вертикальный карман. Вторая – два открывающихся элемента. Основной набор скраб-бумаги дополнен фоновыми листами в горошек. Эти листики добавляют озорства коллекции, отлично дополняют яркие принты и милых панд. Я их активно использовала для подложек в своем альбоме. Седьмой разворот. Первая страничка – сквозной вертикальный карман с рамочкой для фотографий. На второй страничке под открывающейся подложкой для фото спрятан конверт для памятных мелочей. Конверт приклеен только с двух сторон, таким образом образуя сквозной карман для дополнительных фотографий. Открывающаяся подложка украшена съемным элементом. Если альбом вам понравился, не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новинок, обзорок и мастер-классов. А также приглашаю вас к просмотру второй части, где буду делиться секретами по созданию этого альбома. Приятного просмотра!